Есть спутники у каждого из нас. И у земли уставший, смертный, старый. Горит один, когда другой погас. Вся обувь продается только парой. Часть спутников, как гиря на ногах, они то болтовнёю, то ворчанием мешают нам на тягостных путях в молчании любоваться мирозданием. Они твердят уныло: не дойдем, вот голод, вот разбойники, вот вьюга. Уже ты ропщешь, что с таким вдвоем. Мог взять бы ангела, собаку, книгу, друга. Но после, вместе все преодолев, поймешь, что спутник — дар на рост с нагрузкой. И из котенка вырастает лев, и из разбойника — герой отчизны русской. Как хочется стать спутником тому, кто шествует, как солнце огневое, кто ярким словом разгоняет тьму, спокойно забывая о покое. Так с Павлом странствовал апостол Тимофей, делил хлеба, гонения, битвы слова. Как мало верной дружбы меж людей. Разбить сотрудничество потрудилась злоба. На месте спутников священного пути зрим собутыльников, сожителей, соседей, с которыми нетрудно в ад дойти, запутаться еще сильнее в сети. О собеседнике унынья моего, о сострадальце моего боренья, о соучастнике прекрасного всего, о самолитвеннике тихого горенья, вы все же есть. Надеюсь, что мой путь, переплетаясь с вашими путями, дойдет в небесный град когда-нибудь. Да будет благодать со всеми вами.